Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Пришло время универсального формата на телеканале «Самара ГИС». Всех рада приветствовать, всем хочется пожелать хорошего весеннего настроения. Ну и, конечно же, хочется вас пригласить сюда, в прямой эфир нашей программы. Телефон не забывайте, он вам пригодится, 202-11-22. По нему традиционно можно задавать вопросы нашим гостям, отвечать на мои вопросы и получать призы, высказывать свое мнение, пожелания. Ну и если вдруг кого знакомого узнаете, почему бы, может быть, не поделиться впечатлениями. Сегодня у нас такой вот обширный эфир, много татарских новостей ожидается у нас сегодня. Ох, и много юбилеев, поверьте мне, друзья, много интересных событий грядет. Я думаю, что с большим удовольствием сегодня мы об этом будем рассказывать и поговорим с нашими гостями. С большим удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей первой части. Это президент Самарского областного татарского общества «Тугантель» Ильяс Шакуров. Здравствуйте. И рады приветствовать юбиляров. Юбиляры отмечают 25 лет газеты «Бердемлек». Единство, что в переводе на русский язык, это главный редактор татарской областной газеты Рафхат Аглиуллин. Здравствуйте. Здравствуйте, хайырлы күн, хурматлы милләттәшләр, дуслар, друзья. Здорово. Ну вот, я надеюсь, вы уже какие-то слова, может быть, даже, дорогие зрители, понимаете. Если не знаете татарского языка, у нас такие встречи регулярные. Ильяс Гумерович, ну, у нас татарские новости сегодня, да, такой вот импровизированный выпуск новостей. Что интересного уже произошло, что интересного происходит и будет происходить у вас в ближайшее время? Ну, мы к вам звоним и напрашиваемся на вашу передачу каждый раз, когда нам есть что рассказать о том, что только что прошло. Очень существенно, значимо, важно. И когда есть то, что предупредить своих соплеменников, что вот ожидается такой-то хороший концерт, такое-то мероприятие, и мы, конечно, очень хотели бы, чтобы эти мероприятия прошли с их участием. И вот в части вот качества одного такого мероприятия могу сказать, что 10 апреля в филармонии по соглашению между филармонией Самары и Казани пройдет большой концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан. 18:30 начало, билеты всего до 500 рублей, поэтому шикарный зал, шикарный коллектив, и я бы очень хотел, чтобы мы это мероприятие посетили как можно больше. Если у нас обычно мероприятия проходят татарские все-таки в ДК Литвина на площади Кирова, то в данном случае они пройдут в центре города для тех татар, которым будет удобнее приехать именно в центральную часть города, угол Льва Толстого и улицы Фрунзе. Обеспечить аншлаг? Нам нужно обеспечить аншлаг, конечно, не ударить лицом в грязь, потому что коллектив действительно хороший, и мы хотели пригласить их на Сабантуй. Так, по их соглашению, они приезжают до Сабантуя 10 апреля, повторяю, следующую пятницу, 10 апреля, в филармонии Самарской на Льва Толстого. И, конечно, у нас будет еще ряд событий, о которых расскажут ваши другие гости. Это и 3 числа будет детский фестиваль, 4 числа будет «Елкалный аштык» 45-летие. Ну а 25-летие «Бердемлек» расскажет нам уважаемый главный редактор. Мы просто хотели бы еще сказать, что за это время у нас вот 3 апреля выходит такой вот 10-й номер, можно сказать, юбилей номер журнала «Самарские татары» ежеквартального на русском татарском языке, да. И мы предлагаем, кто не подписался на этот журнал, они смогут купить в офисах Ипозембанка на Мичурина и на Кирова 206 купить. И у нас еще ожидается мероприятие. Мы все-таки начинаем конкурс «Татар-КЗ-2015». То есть все-таки разговоры, да, не просто, да, да, разговоры. И у нас буквально вот сегодня, 31 марта, такой предварительный, такой подготовительный, можно сказать, пробный отборочный тур пройдет в Новокуйбышевске. Поэтому новокуйбышевских татарских девушек мы приглашаем принять участие в данном мероприятии. Если какие-то вопросы будут, это, ну, подробности, детали можно узнать через сайт «Самтатньюз» или через «Татарский актив», который, опять же, их координаты можно посмотреть на сайте «Татарский общественной организации», которая присутствует в городе Самары и Самарской области. Ну вот, друзья, хочется, наверное, немножко подробнее остановиться, потому что были разговоры в прошлом году, действительно, и вот даже мы сейчас видим, допустим, я хочу вам показать очень-очень обложку журнала «Самарские татары», где изображена участница конкурса красоты «Татарская красавица 2014 в Москве. Ну, я думаю, что в этом году как раз-таки вы решили во всех возрастных категориях проводить. Мы проводим в этом году его от возрастных категорий от 7 лет до 30. Хотели и постарше, и бабушек взять, но подумали, что очень большой объем работы, и мы, к сожалению, ввиду ограниченности людей, которые хотели бы участвовать в организации данного мероприятия, решили остановиться на возрастной категории от 7 до 30 лет. И действительно,
Вот мероприятие прошло, если в прошлом году, в 2014 году мы подготовили бы буквально за 4 недели, то в этом году, если мы начнем заниматься подготовкой в апреле месяце, в марте месяце, то я уверен, что и количество участников, и масштаб праздника, и количество спонсоров, меценатов, и вообще общественная значимость, тем более мы были в областной администрации, и нам обещали всяческую поддержку проведения данного мероприятия. Мы хотим, чтобы статус областного был не только потому, что мы общественные организации обозначили вот таковым, но еще при поддержке областных властей. Статус мероприятия будет областной, и мы надеемся, что у нас отборочные туры пройдут на Похвистево, Камышле, Новокуйбышевске, в Самаре, естественно. И финал, ожидаем, будет в конце ноября, в начале декабря. Дата пока определяется. Надеемся, театр оперы и балета. Такое, то есть, масштабное на целый год практически мероприятие. Ну что ж, желаем удачи, друзья. Если будут какие-то вопросы у вас сейчас к нашим гостям, звоните 202-11-22. Журнал «Самарские татары» действительно очень красочный. Издание на двух языках. И здорово, что есть авторы, пишущие на родном татарском языке. Но существует уже 25 лет у нас в регионе газета «Бардамлек», которую все знают. Кто-то выписывает, кто-то читает, а кто-то и пишет туда. И я думаю, сейчас как раз-таки с нами поговорит главный редактор. Ну, как чувствуете себя, юбиляры? Какие, может быть, у вас праздники? Да, какие настроения? Вчера у нас, значит, прошел праздник. Нельзя сказать грандиозный. Мы раньше проводили в большом зале это... на площади Кирова этот у нас. А тут же «Победа», клуб «Победа», дом культуры «Победа» по проспекту Кирова. Такой уютный, отремонтированный, хороший зал. Очень приятно нас приняли. И собралось наши самые друзья, которые эти из разных сел, из разных городов приехали, где... компактно проживают татары, где с нами они нас любят, выписывают. И наших нештатных корреспондентов много было. И из города Казани Всемирного конгресса татар приехал. Это наши уже курирует все время этот Гульназ Шахи. Это по печати, который этот пресс-центр там. Ну, из друзья, такие же аналогичные газеты из Ульяновска, главный редактор газеты «Эмет», мы только недавно отметили 25-летие, я тоже ездил в гости. Так сказать, в гости из Оренбурга, «Яңа Вакыт», «Новое время» газета на татарском газете, тоже главный редактор приехал, Гайсаров. И очень много наших, я хочу, и правительство, наш этот информационный пресс-центр, и Дума, губернская Дума, городские власти, значит, этот, и вот что особенно этого праздника, мы раньше награждали, без награждения не бывает, раньше награждали только штатных сотрудников, так, журналистов, а сейчас, наверное, и удивились впервые, на уровне, областном уровне мы наших этих нештатных сотрудников, простых людей, которые пишут нам, нас мало осталось. Мы первое время, когда создавали из Москвы, Москва нам утверждала штаты, 17 человек было в штате нашей редакции. А сейчас нас пишущих осталось 4 человека и Сапкор. И если бы наших нештатных корреспондентов не было, мы бы не могли, потому что мы сейчас редко выезжаем, сами командировки, и денег нет, и машины, раньше машина была. Ну, а вот селькоры, это вот самые рабкоры, если по советским временам называли их так, у нас есть. А в других газетах сейчас, вот русскоязычных, вообще... нет работы, кроме, наверное, социальной газеты. Мы с ним соревнуемся. Рафкат Набиулович, нам позвонили. Давайте примем звонок. Может быть, кто-то из ваших коллег. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Рафик Галиев.
У меня, Илья Шакурова, один такой вопрос есть. Почему в городе Самаре негде купить гармон татарскую, итальяночку? Спасибо за вопрос. Пожалуйста, есть ли ответ на этот вопрос? Я отвечу. Дело в том, что вот кто гармонии татарские делал в Камышлах, вот я не помню, как его имя, отчество, к сожалению, он скончался несколько лет тому назад, уже давно. Но я знаю, что в Татарстане и в Чувашии, по-моему, где-то мастера, которые такие гармонии еще изготавливают, есть. К сожалению, я знаю, что на территории Татарстана фабрика народных инструментов, которая была когда-то, она закрылась, потому что не захотели ее жизнь как бы субсидировать, mm-hmm. может быть, не знаю, но эта фабрика не работает. Но если вы обратитесь к нам в общество Тугантель через сам tatnews.ru, через координаты, или напрямую на нас выйдете, я думаю, мы изыщем возможность помочь вам купить такую гармонию обязательно. А, по-моему, в Камышле Шакуров это делает, ну, не знаю, в каком масштабе, но если можно узнать, да. И можем и здесь найти специалиста. Так как вы обратились один, поэтому магазин держать для одного покупателя, конечно, никто не будет. Ну, да, но я думаю, что найти заказ. Возможность такую будет, да. Можно будет сделать. Ну, у нас, кстати, спасибо, друзья, за вопросы. Есть телефон прямого эфира. Звоните, задавайте 202-11-22. Может быть, вы пишете как раз-таки в газету, может быть, вы пишете в журнал. Поделитесь какими-то своими впечатлениями. Да, Илья Скумерович, что-то... Я хочу сказать, что вот все, кто интересуется данным событием, но по каким-то причинам не смогли попасть вот на это 25-летие, они смогут посмотреть подробные фотоотчеты. Уже они есть на сайте samtatnews.ru и tatardusluk.ru, на сайты татароязычные, которые вот наиболее посещаемые у нас в Самарской области. Я думаю, что мы обязательно потом про это мероприятие напишем в июньском номере журнала. Ну, а теперь хотел бы чуть-чуть вернуться тоже к вот мартовскому номеру журнала. И обратите внимание, что на обложке находится наша соплеменница, татарочка. Это директор колледжа в Новокуйбышске. Она сейчас является депутатом Новокуйбышской городской думы. Также хочу обратить ваше внимание, что в этом журнале, в этом номере журнала мы очень много материала даем к 70-летию Победы об участниках войны наших соплеменников, татарах, татарочка, которые воевали, проливали кровь и защищали нашу родину, тогда Советский Союз. И, конечно же, если у вас будут обращения, что вот кого-то мы еще не учли в этом журнале, не написали, и о них не пишут в Рдамлек, а вы считаете, что они заслуживают этого, просим конечно, на нас выходить, и мы обязательно напишем о них в июньском номере журнала на сайте samtatnews.ru и, конечно же, в газете Рдамлек. Ну, у нас, кстати, есть раритетные фотографии, архивные снимки, которые как раз-таки подготовились к эфиру. Давайте мы сейчас их посмотрим и попросим наших гостей прокомментировать. Рафкат Набиулович, если кого узнаете на фотографиях, рассказывайте, что за фото. Это фотографии нашего коллектива, и это приехали во время зимних каникул наши как раз деткоры из школ, и, значит, ученики 6-7-10 классов, и они неделю жили это, в санатории, профилактории. Обмен опытом был у вас. Да, и их мы направили учиться. Некоторые закончили, но, к сожалению, к нам не вернулись. Эх. Университет окончили. Казань забирает их. Казань тоже татарская. А там условия. Они замуж вышли, прекрасно работают, талантливые есть. Ну, пожелаем им счастья, что еще можно сказать. Одна не смогла поступить, но очень талантливо по-татарски писала. Она вернулась, окончила институт. Сейчас в Камышлах работает, мы сотрудничаем, но она, к сожалению, а сколько вы уже редактором работаете? 25 лет. Неожиданные вопросы, неожиданные. 1 марта был я утвержден и создал редакцию. И 25 апреля вышел первый номер. Мы с 1 апреля. А 12 февраля такой зимний день был, холодный. И по радио Гинзбург был этот такой это, диктор, и как Левитан, у него голос такой, и прочитал, и у меня дрожь стоял, дрожал. Я как будто это важное сообщение, что начала в Самарской свою области угу. Скоро выйдет газета, принято решение. Вот с тех пор мы и вот воюем, работаем, трудимся, чтобы газета выходила, чтобы было у нас... Ну, много трудностей было. Тогда и бумаги не было, тогда по лимиту только давал. Я по министру в Москве был, у министра. Министр подписал, здесь бумаги нет. Тогда очень вот какие было. Трудности-то, а сейчас 25 лет сейчас таких трудностей нет, конечно. Бумаги много.
Ну, бери, сейчас кадры, кадров, вот видите, я посидел. А юных корреспондентов берете к себе? Вот детей из школы? Берем. Будущие юные журналисты. И пишут нам. Но, к сожалению, пишут и убегают. И они уже этот... Потому что сейчас время. Деньги. Они устраиваются по... Где дольше, больше платят и где... Легче работать. Есть такие... Вам надо активно развивать социальные сети, сайты и что-то еще. Сайты мы сотрудничаем, пишем. Наши газету читают в сайтах. Спасибо, Шакурову, что нам наши материалы ставят, читают. И в Казани у нас Матбугат.ру. Это есть на весь мир. Это очень хороший, распространяет татарскоязычный. Даже мне из Америки писали оттуда. Все читают нашу статью, если хорошая статья попадает, и читают. А такие дежурные, они проходят и русские материалы, не читают, и татарские. Ну вот. Бывает интересно написано наш материал на татарском, говорят сейчас... Интернет, значит, только молодежь сидит, или старико не читает. Неправда. И наши читают на татарском языке и пишут отклики и материалы. Так что интернет пока полностью не работает, но, возможно, пройдет... Еще 25 лет. 25 лет, тогда мы можем... Газету она все равно не выйдет. Она, значит, как-то... переформируется, и наша уже будет электронная газета «Бардамляк». Вполне возможно, что такое будет. Друзья, да. 202-11-22, телефон прямого эфира нашей студии. Звоните, я обещала вам какие-то интересные розыгрыши, призы, почему бы не поиграть. Сегодня такой у нас интересный эфир, и для вас подарки я приготовила необычные. Ну, давайте в первой части разыграем сертификат на бесплатное посещение салона парикмахерской «Счастье» в торговом центре М5. Вопрос у меня такой, с весной связанный. Обязательно обратите внимание, тут есть некая подсказка, ну и может быть не все так просто, как вы подумаете. Наши предки считали появление этой птицы именно в апреле символом прихода весны. Скажу сразу, это не грач и не жаворонок. Кто же это за птичка? Что за птичка такая? Звоните 202-11-22. Хотелось бы, да, спросить, если, что если хотели можно, дополнить. Если можно продолжить вот Равката Миловича. Дело в том, что действительно на сегодняшний день как бы периодически издания на бумаге, они вот одно за другим закрываются. Да? Мы знаем, что перестают выходить журналы, перестают выходить даже рекламы из рук в руки на бумаге уже не выходит. Бумага, к сожалению, она есть. Но нас сейчас по журналу знаем, по цене на журнал, который будет, мы знаем, что бумага очень подорожала, потому что хорошая бумага, к сожалению, импортная, и, естественно, раз евро подорожал, то и бумага подорожала. Но мы еще хотим сказать, что у нас мы с 1 апреля по 1 октября начинаем конкурс среди администраторов и модераторов социальных групп татар в социальных сетях, городских, сельских, на территории Самарского, которые в этих социальных сетях, в этих группах своих будут рассказывать про события жизни, про мероприятия в селах, городах, был татарских общинах. Конкурс, да? Мы еще пытались такой, но он был немножко другого формата. Так вот с 1 октября, с 1 апреля такой конкурс начинается. С 1 октября мы будем подводить его итоги. Промежуточный, может быть, подведем на областной Самантуе 13 июня. Мы уверены, что будут очень хорошие призы, фотоаппараты, телевизоры и смартфоны. И поэтому приглашаем всех наших активных молодых соплеменников, которые себя уверенно чувствуют и как рыба в воде чувствует в социальных сетях, принять участие в таком конкурсе. Хороший конкурс. И еще хочу продолжить тему СМИ. Вот в этом журнале мы даем публикацию. Она такая грустная чуть-чуть называется. Вещатели на национальных языках говорят нет. К сожалению, в последнее время несколько таких попыток начать вещание, допустим, среди татар и в Казани новую частоту получить, у Салавата не получилось. И мы вот в январе месяц приняли участие в конкурсе на частоту 98,2 FM и хотели, чтобы татарское радио Самара начало вещание на татарском языке на территории городского округа Самарга миллионов, но, к сожалению, у нас это не получилось. Частоту мы это выиграть в этом конкурсе не смогли. У нас есть телефонный звонок, предлагаю принять. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ольга. Очень приятно, Ольга. Расскажите, пожалуйста, ну, если это не жаворонок и не грач, то какую птицу наши предки считали еще одним явным признаком того, что в апреле именно весна наконец-таки пришла? Кукушка. Ух ты, правильный ответ. Откуда вы знаете? Я
Ну, это здорово. Спасибо вам большое за звонок. Знают и звонят нам. Спасибо вам, что звоните. Ну что, наша первая часть, я думаю, на этом надо чуть... будет завершать. У нас много чего интересного впереди. Да, Лес Гумерович, да, прям буквально пару слов. Пару слов, да. Я хочу предупредить и делать объявление для членов общества Самарского областного татарского общества Туганты, что 22 апреля 18:30 в Доме дружбы народов состоится у нас общее годовое собрание. Прошу всех обязательно быть, чтобы мы могли работать в собрании, организовать качественно и результативно. И еще хочу сделать информативное такое сообщение для наших соплеменников, что завтра, 1 апреля, отмечает свое 70-летие один из известнейших наших меценатов, общественных предпринимателей, общественных деятелей Амиров Юмер Абдулкадырович. Конечно, заранее мы с днем рождения поздравляем, просто в качестве информации об этом объявляю. Он многолетний спонсор наших общественных мероприятий, общественных СМИ, средств массовой информации. Он в прошлом году стал первым обладателем заслуженного звания «Заслуженный работник торговли Самарской области». Поэтому мы его не поздравляем, мы просто желаем ему доброго здоровья, и чтобы совместно мы работали на благо нашего родного татарского народа и нашей любимой Самарской области, Российской Федерации, естественно. Спасибо большое, друзья. Не переключайтесь. Нет, уже через пару мгновений. Можно сказать, я уже все это пригласили, свои пожелания надо. Или времени нет? Ну, прям буквально, если вы да. на секунду. Ну, раз 25-летие мы отметили, хорошо. И надеюсь, что и без нас мы скоро уйдем, молодежь придет. Найдем, думаю, вместе вот общественниками, что этот... молодежь, и газета будет жить, пока бумага не кончится. Так что не надо, это значит, что газета будет жить и 30-летие, и, надеюсь, наши будущее поколение 50-летие в бумажном варианте будет отмечать. Ну, почему Но нет? Для этого вместе объединиться. Пока мы, татары, значит, выпускаем журнал «Самара Татарлара», тоже может остаться без русско-татароязычных кадров. Это все здорово. Кадров. Я прошу Поэтому прощения, я но нам надо заканчивать уже. Что будем жить вместе, когда татары вместе будут жить, и Самара Татарлара будет, и Бердамлек, и мы татары будем. Только объединяться надо. И кадры будут, и все. Спасибо. Аминь. Спасибо большое. А не переключайтесь, друзья, впереди у нас музыка, непростая, очень интересная, зазвучит через пару минут. Знаете, мне кажется, вот сегодня прям действительно чувствуется наступление весны. Солнышко, по крайней мере, уже вот оно перед нами уже хорошо. Но, конечно, хотелось бы еще, чтобы было потеплее. На самом деле не чувствуется весна. Это здесь еще как-то более-менее нормально, а туда, за городом, нету весны. Зима. Будем ждать весну. Захотелось обновить гардероб, захотелось как-то поменять прическу, может быть, украсить себя. Ну вот пока показывать это все так прохладно. Вот. Но, тем не менее, уже желание есть. Вот если бы было солнышко, если бы светило, то была бы весна. А сейчас все так пасмурно. И чище становится, веселее, и детей больше на улицах появляется, что приятно. Так что все, вот весна идет. Весна уже, конечно, повсюду, хотя, конечно, зелени еще мало, но, в принципе, уже снег-то сошел. Вот, надо радоваться жизни, все будет классно. Настроение лучше, да. Чувствуется не только весна, хочется, чтобы быстрее лето пришло. Вот, чтобы тепло было, чтобы на Волге вот искупаться, по набережной погулять. Судя по погоде, не чувствуется, а в душе весна. Погода, люди стали как-то более ярко одеваться. Ну, стараются во всяком случае. Весна чуется не очень сильно. Холодно, снег, тут дождь, непонятное даже. Ну, немного чуется, потеплее стало. Настроение весеннее. Ну, пока не особо чувствуется, погода не позволяет. Ну, а так нормально все в остальном. Да, весна пришла, настроение чудесное, и вокруг много людей. Жыр ағыла, жыр яңғырый, иллер тынышы болғаныда. Жырлы-жырлы, қойтып келемі соғанып, Самарама, Самарада дұс ешілер, біздің милеті баласы. Үссенәлі, әх жұрайсыны, емілі иділі қаласы. Самарада дұс ешілер, барлық милеті баласы. Үссенәлі, әх жұрайсыны, емілі иділі қаласы.
Красотой моей Самары все любуются всегда. И желаю всем я людям счастья, мира и добра. Подпевайте дружно песню, вместе будем петь, друзья. Пусть растет и процветает, эх, самарская земля. Подпевайте дружно песню, вместе будем петь, друзья. Пусть растет и процветает, эх, самарская земля. Ну, надеюсь, аплодисменты по ту сторону экрана у вас уже звучат. Я же с большим удовольствием представляю вам наших следующих гостей. Человек с баяном, режиссер и ведущий областного татарского фестиваля «Поют татарские дети» Линар Абсаттаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Также с нами здесь солистка татарского народного ансамбля песни, танца и поэзии Ялкынлы Яшлек Айсылу Рафиковна Абдеева. Здравствуйте. Здравствуйте. И солист татарского народного ансамбля песни, танца и поэзии это наш замечательный гость Искандер Ахметов. Здравствуйте. Очень приятно, вы тут запели сразу на двух языках, на русском, на татарском. У нас еще одно мероприятие вблизится и замечательный юбилей. 45 лет вашему ансамблю. А как он переводится-то на русский язык? «Пламенная молодость», если я не ошибаюсь, да, что-то в этом духе, вы да? Вы правы. Вот, я уже знаю татарский язык, изучаю потихонечку. Что планируется, как будете отмечать? Будем отмечать, то есть этот юбилей у нас шел, конечно, мы к нему шли долго. 45 лет? Да, 45 лет шли, да. Ну и подготовка, естественно, этого мероприятия началась задолго до этой даты. Где-то за полгода уже мы начали, Ильгиз Исмаилович Колечев у нас, естественно, сценарий составлять, какие-то, у кого какая концепция, разрабатывать, придумывать, что, какие будут у нас новшества. Новшества есть, раскрывать не буду секреты, естественно. Что у вас там, акробаты появятся? Ну, вы знаете, Ну, скажу уже тогда по секрету, но фокусы точно будут. Фокусы. Да. Как у нас говорит Алла Берся, у нас есть замечательный ветеран нашего ансамбля Анвяр Ага Гизатуллин и Рашид Гизатуллин. Вот они семья, семейственность у них. И они в свое время у нас иллюзионисты, фокусники, показывали замечательные номера. И вот все-таки Анвяр Ага согласился участвовать в этом юбилейном концерте. Я надеюсь, что все будет нормально, и он выступит. Ну вот немножечко я вам секрет раскрыла. Ну а так, в общем-то, начало у нас в нашем мероприятии будет в 15.00 4 апреля в ДК «Чайка» на Управленческом, Сергей Лазо, 21. Ожидается участие ветеранов, то есть это самое интересное в том, что ветераны наши будут участвовать. Вот про Анвара Абы я сказала, и про Рашид Гизатуллина. Также вот Руфия Зангирова Карипова всех у нас. Всех ты не раскрывай. Ну, их могу рассказать. Так это звезды. Да, пусть все-таки придут на звезды. Ренат Шайдулов у нас давно уже не пел на сцене. Очень хочется, чтобы люди пришли посмотреть, потому что романсы, как он поет, никто не поет. Потом, кто у нас еще будет? Кто еще будет у нас? Ну, Искандер Ахметов, естественно, да. Ну, Ильнур Алтынбаев, естественно, да. Ну, и действующие наши артисты, которые у нас сейчас молодая плеяда уже артистов, которые действительно они талантливые и достойны внимания. Всех перечислить невозможно. Ну, сколько вы уже в ансамбле лет? Ой, я 35 лет, 36-й пошел. Но, вы понимаете, у нас вот нет такого понятия непрерывность стажа, что такое. Здесь вот это невозможно описать именно этим. Вот Искандер у нас уже почти 40 лет. 40 лет? Почти 40 лет. Практически с самого начала, да? Да, есть... 76-го года. Да. Я с 79-го. Дедовщина. Ну нет, дедовщины у нас нет. У нас нормальные отношения в коллективе. Но я хочу сказать, я вернуться к стажу. То, что, понимаете, нет такого понятия, что вот непрерывно вот мы 35 лет и каждый день. Ну нет, конечно. У семьи были, уходили куда-то мы. Ну, да. Всегда все рядышком. Ну и это бесполезно, это от этого уже никуда не денешься. Это явление. У нас фотографии есть. Давайте посмотрим на те лица, которые начинали и кто сейчас продолжает замечательный ансамбль. Вот у нас танцевальная группа, девочки, здесь все девочки молодцы, все, даже называть, вот, ну, Гюзель Рахматуллина вот у нас здесь стоит в середине, Кадрия вижу, это Халида Валеева, жена Рената Валеева, это вот у нас Альфия Гениатуллина. Это архивы? Да, это архивные, это замечательные фото. Это вокальные инструменты. Это Гульшат Зайнашева дарит песню нашему коллективу, Конечно. Специально написанную. Это ветераны наши. Вот Ренат Шайдулов как раз в середине. Вот Фания Зиятова. Здесь вот у нас тоже много Наиля Сабирджанова, Ренат Шайдулов. Наверное, вот Ильгиз Исмаилович наш. Да? Да. Фотовыставка будет? Ну, предполагается, да, предполагается. Это наша гастроль в Казань, самая первая гастроль наша в Казань. Тоже девчонки Наиля Ахметова здесь. Вот Ренат Валеев здесь, я смотрю. Факия Фания Зиятова.
Это вот у нас есть такой альбом, любовно оформлен нашим руководителем Ильгизом Исмаиловичем Колечевым, и там есть редчайшие кадры. Здесь вот мы на гастролях в Сабантуе. Это в Камышлаче. Да. Это вот у нас были такие случаи, даже под дождем пели зонтиками Сабантуй в Тольятти. Это в Казани. Вот Ринат Рестам Валеев у нас в середине здесь. Министр культуры Татарстана здесь. Это Рафик Абдеев, мой папа. Это Абдулла Абзиакмаев. Их уже нет, к сожалению, с нами. Это Радик Газизов. Он сейчас директор школы нашей. Наиля Сабриджанова, замечательная ведущая, супер у нас профессионал. Это человек, который уже нет с нами, Ривкат Фаридзинов, конферансье, таких, конечно, нет, к сожалению. Фарида Зинатуллина, она и пела песни, и сочиняла. Вот Рестам Валеев, наш замечательный артист, к сожалению, его уже нет с нами. Это Ильнур Алтынбаев. Тоже вот сейчас у него 25 лет уже его творческой деятельности. Это директор нашего Дома культуры Гузалия Сафина. Ей вручается как раз благодарственное письмо от Конгресса татар. Галия Мустафина, это «Теплый стан». «Теплый стан» у нас целая плеяда талантливейших артистов. Вот Искандер Ахметов как раз представитель. Здесь, пять у нас... лет назад, я так понимаю. Да, это 40-летие. Это вот 25-летие как раз Ривкатов. Газеты. Да, мы с Ленаром вели это мероприятие. Вели. Вот как мы раз, как да. раз, да, рабочие моменты. Вот. Анас Мингалеев, наш замечательный фотокорреспондент, который у нас снимает все. Идеал Мусенович Галиудинов, советник президента ДУСЛЭК. Это Ахмед Нафигин, один из создателей ансамбля, инженер. Наиль Нурмахаметов, легендарный наш баянист. Профессионал. Что не фотография, то легенда. Да, Анас Мингалеев, вот его выставка и идеал Мусенович Галиудинов. Вот, пожалуйста, Искандер Ахметов. Это мы выступаем где-то, наверное, в Сабантуе, скорее всего. Да. Ну и вот опять же Рестам Валеев. Очень жаль, что, конечно, он так рано ушел. Он выходец из нашего ансамбля. Ну и баянисты здесь у нас, вот мальчишки, которые... Сейчас вот Фуат уже нет его здесь с нами. То есть, в смысле, не, в коллективе. Мальчики наши. Это уфимская, по-моему, гастроль. Альфия Лукманова, она в Москве сейчас живет. Покатались по стране. Да, очень много было гастролей. Вот. Угу. Ну вот. Пожалуйста. Быстренько я пробежалась по истории нашего ансамбля. Конечно, 45 лет просто так не пролистаешь. Нет, я думаю, конечно, друзья, вам нет, будет нет. интересно, если вы, вам дорого и, близко именно творчество этого замечательного ансамбля с таким неувядающим названием, как «Пламенная молодость». Почему бы нет? Я думаю, можно сходить 4 апреля как раз-таки на Управленческом ДК «Чайка» в 15:00. Собственно, состоится это мероприятие. Ну и хочется, наверное, у Ленаровича спросить о том, как так случилось, что уже не одно десятилетие, что ли, или сколько лет уже проходит ваш замечательный фестиваль «Поют татарские дети»? Да, прекрасный, дети. Замечательный областной фестиваль проходит. Первый фестиваль прошел в 1997 году в ДК «Заря» города Самары, а потом последующий. Второй десяток-то пошел. Да, 19-й вот областной фестиваль в этом году. ДК имени Литвина на площади имени Кирова в 17:00, 3 апреля будет большой праздник, большой фестиваль. Когда кто там поет? Вся страна наша будет отмечать 70-летие Великой Победы. И, конечно же, этот фестиваль приурочен к этому знаменательному событию, празднику. Дети наши, дети, начиная, скажем так, с трех лет и до 17 лет. Угу. Есть какая-то специальная программа? Вот у нас это как раз на фото, вы можете увидеть, это у нас дошколята, скажем так, подготовительная группа. Здесь вот праздник. Все-таки нарядные. Фестиваль. Все готовятся. Откуда приезжают? Это вокальная группа Нурлай. Откуда приезжают? Приезжают у нас с татарских районов, с районов нашей области, Камышлинского, Похсневского, Елховского, Кошкинского районов дети с удовольствием участвуют. И из города Тольятти, из татарской национальной автономии Кыяшкай всегда нас радует своими выступлениями. И это вот школа Яктылык. В этом году, как я уже сказал, 70-летию, посвящается 70-летию Великой Победы, и у нас первая часть, скажем так, будет посвящена к этому великому празднику. И на русском, и на татарском будут да, петь? Будут, или в основном на татарском? Нет, только на татарском. Только на татарском. Да, поют татарские дети, фестиваль так называется. Вот, и первой части будет театрально-музыкально-хореографическая композиция «Наш долг», называется «Бездембурыч». Вот, будем чествовать наших уважаемых ветеранов, тружеников тыла. Вот, большое мероприятие, всех ждем 3 апреля, 17:00. Организаторы фестиваля Татарская городская национально-культурная автономия, председатель совета и заместитель генерального директора ЗОО «Волгопродмонтаж» Ривкат Туктарович Кузин и
с помощью, конечно, национально-культурных наших объединений и правительства Самарской области, Министерства культуры и Дома дружбы народов. Да, да, все поддерживают. Прекрасный фестиваль. Всех приглашаем с бабушками, с дедушками, с родителями, с гостями. Конечно, набраться опыта в следующий юбилейный будет. Вдруг 17.00, 3 апреля ждем. Искандер, хотела еще у вас спросить, каково это вот практически всю свою жизнь связать с музыкой, с ансамблем и подарить ему всю свою силу, всю свою энергию? Это, наверное, с детских лет уже. Наверное, влюбленность в музыку прежде всего. И точку, в принципе, можно поставить. И то, что коллектив хороший. И работаем, как бы, уже созидая все вместе. Mm-hmm. Какие-то, допустим, программы, что-то, что-то, какую-то режиссуру, допустим, где-то что-то готовим, как бы уже вместе, совместно. То есть как семья. И то, что выездные концерты, да, как семья работаем пока. И дай бог, чтобы дальше продолжала работать. Хочется, чтобы наши уже молодые, может быть, кадры возьмутся и продолжат наше дело. И будет процветать татарские песни на широкой нашей российской земле. Кстати, о песнях. Есть ли что-то еще для наших зрителей? Предлагаю этим, собственно, и завершить. Друзья, давайте мы сейчас что-то такое сыграем, споем. Я напомню, что 4 апреля будет как раз-таки замечательный юбилей, 45 лет, Докачайка. Приходите, 15.00. Гимн татарского народа и Туган Теле. И туган тел, и матур тел, эт кемен, кеменен тел. Дынияда көп нәрсе бәрден, син туган тел арқылы. Дынияда көп нәрсе бәрден, сине туган теле аркала. Иңелек бу теле белән, кем бишектә килгән. Аннары төннәр буе, пекем хикәят сөйләгән. Аннары төннәр буе, пекем хикәят сөйләгән. И туган тел һәр вакытта, ярдә һәмең белән синең. Кешкенәдән аңлашылған, шатлығым қайғым менің. Кешкенәдән аңлашылған, шатлығым қайғым менің.